Отдых – это такое занятие, при котором человек освобождается от своего тяжелого дыхания. От – приставка, обозначающая удаление, расставание, отделение. Дых – дыхание. Владимир Левий, писатель, психотерапевт, психолог. Перевести дух. Хорошо полноценно отдохнуть. Такая же естественная необходимость для каждого из нас, как еда или сон. Для жителя современного города полноценный отдых уже практически неразделим с отдыхом на природе. А потому мы приглашаем вас к приятному отдыху на берегу Камы, на вилле «Дубники». Вилла «Дубники» – это комфортабельная территория всего в 16 километрах от Нефтекамска. В тиши, за лесом из сосновых и дубовых деревьев, в маленькой бухте неподалеку от моста через Каму, между Удмуртией и Башкирией. Вилла «Дубники» идеально подходит для проведения выездных тренингов, закрытых мероприятий, для семейного отдыха и отдыха в кругу друзей, семейных торжеств. К вашим услугам проживание в больших домах. Дом номер один вмещает до 12 гостей. Здесь расположено 12 койко-мест. Возможно, дополнительное обустройство спальными местами. Все удобства в доме. Второй этаж первого дома – это просторная светлая комната с кухней. Здесь можно провести выступления и тренинги личностного роста для группы слушателей. Также у нас проводят банкеты, никах, свадьбы. Места вдоволь хватает тем, кто любит потанцевать. На берегу запускают салюты. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озера и лежат как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Максим Горький. Гости виллы «Дубники» могут заселиться и в дом номер два. Здесь может заселиться до 15 гостей. В доме 15 койко-мест. Работают ванны, санузлы. Детишки могут посмотреть любимые мультики. Выбирайте уютное местечко для себя и заезжайте. Отдельно на территории расположена крытая беседка, которую можно арендовать отдельно. И тут вполне реально провести вечеринку. Большие панорамные окна с видом на Каму. Печь с дымоходом для приготовления блюд и овощей на гриле. Все условия. Главное не забыть хорошую компанию близких по духу людей. На вилле «Дубники» удобная площадка для зарядки, занятий спортом, для досуга взрослых и детей. Есть площадка для мини-футбола. Небольшое искусственное озерцо с камышами. Настоящий колодец, из которого можно попить чистой колодезной водички. А тут можно выйти на собственный пляж, искупаться в Каме, покататься на лодке, словом, зарядиться энергетикой одной из крупнейших рек России. Никакая самая красивая городская улица не сравнится с обычной лесной тропинкой. А их вблизи виллы «Дубники» хватает с лихвой. Летний аромат душистых трав, полевые цветы, трель птиц, ягоды, грибы. Дышите лесным воздухом полной грудью, и целительные свойства природы помогут вам преодолеть любые невзгоды. Да, есть в этом месте что-то волшебное. Вы уезжаете отдохнуть одним человеком, а возвращаетесь совершенно другим. Свежим, отдохнувшим, заряженным на перемены и новые свершения в вашей жизни. Не затягивайте с отдыхом. Как говорил индийский писатель Рабиндранат Тагор, если все время работать и никогда не отдыхать, можно стать самым богатым человеком на кладбище. Организуйте отдых с семьей и друзьями на вилле.